И всем привет, ребята! И сегодня мы будем снимать про старт сервера. Это опрос в 3 часа ночи. И давайте-ка мы посмотрим, что из себя представляет эта игра. Так. Ждем, пока грузится. Старт сервера. Вопрос. В основной графики рекомендуется значение более 5. Не знаю, что это значит, но ладно. Загрузка активов. Активы загружены. Давай уже грузись. Будьте уверены, повернуться. Не забудь увеличить громкость. Зачем? Мне страшно. Я боюсь. Нет, не надо. А где? Так. Начать опрос, да. Я сделаю погромче сейчас. У тебя хороший день? Ну, вроде нормальный. Сейчас. У вас много обязанностей? Ну, как сказать? Ой, я сплю. Как сказать много? Ну, в принципе... Ну, давайте скажем, что нет. Оглянись вокруг. Сейчас, надеюсь, тут... Такое ощущение, что будет скример. Фух. Вы знакомы со своим окружением? Блин, страшно! Нет. Так, ждем. Вы когда-нибудь чувствовали, что у вас в комнате кто-то есть? Да. Очень часто было такое, да. Ты знаешь, где ты? Нет. Вырубись. У вас, кстати, была паническая атака? Нет. Так. Вы сомневаетесь, что в своем существовании? Ну, я когда-то сомневался, но все равно нет, я не сомневаюсь. Вы верите, что Бог есть? Да. Я верю. Вы боитесь темноты? Нет. Свет сейчас выключат, да? Нет, странно, ладно. Вы отвечаете на этот вопрос по своей воле? Да. Ну да, я на видео это делаю, да. Блин. Не знаю, как это переводится. Давайте нажмем нет просто, я не знаю. Не, я так-то хорошо знаю английский, я просто не знаю, что это слово значит. Вам когда-нибудь снился сон, который казался таким реальным, что было трудно отличить его от реальности? Да. Вы чувствуете себя комфортно в своей комнате? Ну, если в этой, то да, тоже нормально. Ну и в моей тоже. Так. Если свет погаснет, ты испугаешься? Ну, если буду один дома, да. Ну, я вам говорю, я не боюсь темноты, но если я буду один дома, я испугаюсь, да. И чё, дверь открылась? Блин, мне страшно. Вы когда-нибудь задумывались о том, когда вы умрете? Нет. Фух. И чё, дверь открылась? Блин, мне страшно, ладно. Ты убрал со своего стола в последнее время? Да, я убирался недавно. Откройте папку на столе. Я живу в России, откуда он знает? Откуда? Что? Да. Мне страшно.
У вас есть доступ к интернету, да? А то как потом я играю в этот режим? Спроти. Ладно. У тебя есть враги? Да. Не спрашивайте, какие? Do you think... Ну, нет, нет. Так, если бы ты внезапно попал, кто-нибудь придет тебя искать? Да, конечно. Ну, да. Блин, не знаю, как это переводится. Ну, пусть будет да, ладно, я не знаю, как это переводится, но пусть будет да. А почему нужно на английском? Блин, мне сейчас вообще охренеть. Ребят, давайте я сейчас прямо на видео переведу. А я переведу, ребят. Так, включаю телефон. Перевод. Так. Вам когда-нибудь хотелось сделать что-то плохое, даже если вы знаете, что это неправильно? Ну, как сказать? Ну, наверное... Хотя, может быть... ну, да. Так. Если вы закричите, что-нибудь кто-нибудь услышит, да. Абсолютно правильно, конечно же, услышат. Мои родители. Ладно. Вы... Вот... вы испугаетесь выстрела, да? Вы боитесь выстрела, да? Ну, конечно, да, боюсь. А вы знаете человека, стоящего позади вас? Ой. Такое ощущение, что сейчас будет скример. О, что, блин? Я испугался. Это жесть. Ты один? Нет, я не один дома. Так что ты на меня не нападешь, я тебя сам съем. Ха-ха, вы, наверное, не ожидали такого поворота. Расслабься. Потрать немного... Так. Ну, я немножко расслаблюсь. Ты расслабился? Нет. Я еще до сих пор испугался после того скримера. Машина реальная, а не запрограммированная как машина. Конечно же, да, они реальные. Да. Did you cry yesterday? Ну, я не знаю, в принципе. Ну, я не плакал. Ну, нет. Я уже очень давно не плакал, это точно. Хотя, вот я тоже не помню, когда я плакал, но вроде бы я вчера... Ну, нет, я вчера вот не плакал. Нет. Ты видел... персону. А, ты видел человека за твоим окном? Но нет там никого. Если я закрою лучше. Или закроюсь. Все. Нет, там никого нету. Есть ли смысл в жизни? Да. Я даже не буду на следующее окно смотреть, потому что мне страшно. Have you ever felt like? Сложный вопрос, но... Вы когда-нибудь чувствовали, что кто-то наблюдает за вашим... За вами, в вашем собственном доме? Конечно, да, я чувствовал. Очень часто. Ты уже знаешь, кто ты? Нет, я не знаю, кто я. Ну, в реальной жизни я знаю, кто я, а вот здесь я не знаю, кто я. Ты знаешь, что происходит? Нет. Я не знаю, просто спрутили, наверное, тоже.
И всем пока, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока. И давайте наберем 15 лайков, я выпущу вторую часть про эту игру.